я вообще специалист по работе с молодежью. Педагогическое образование имеется. Пришла работать с детками в бассейн с грудничковым периодом. Груднички от 2 месяцев к нам приходят, ну и до 10 лет. Все, кто не умеет плавать, берем к нам. Свободное от работы время занимаюсь явно не женским хобби. Выезжаем в поля копать бойцов с Великой Отечественной, поднимаем имена. Поисковый отряд меня привел мой тренер по плаваниям, так как с 99 года занималась подводным плаванием. Он решил нам показать, что же такое экспедиция. Первая вахта проходила на высоте нашей 102, Мамаев курган. 20 лет уже занимаюсь поисковой деятельностью. На базе МПЦ «Луч» тракторозаводского района организован музей именно руками поисковиков, в который мы собираем такие интересные находки, найденные в полях. И выставляем потом на всеобщее обозрение. Все желающие могут прийти к нам посмотреть. Все думают, что поисковый отряд и поисковые работы – это просто выехал на пару дней в какое-нибудь поле, поставил палатку, разбил лагерь, вышел с лопатой, покопал. Нет, поисковая работа, она заключается не только помахать лопатой в поле и что-то поискать. Это архивные данные нужно проискать, нужно посмотреть, нанести документы старой локации на сегодняшнюю, найти место, где именно организовать лагерь, чтобы было удобно добираться. Наверное, отдать долг памяти, все-таки наши деды, прадеды воевали за нас, чтобы мы появились на этой земле, именно имели гордое название «русские». Все, давай, давай, стреляй. Ну, свои 33 неполных, я еще и замечательная мама 2 дочек, воспитываю их одна. В поездку в каждую всегда дочки со мной, любая поездка, любая прогулка и что-то. Если у меня выходной день, это не просто выходной день лежа на диване, для нас это маленькое путешествие. Любые выходные для нас проходят ярко. Мы не сидим дома, мы не сидим в Волгограде, мы уезжаем в другие города поблизости. Всю область мы уже с ними объездили. У нас есть дома карта, на которой уже детки просто зачеркивают крестиками все Волгоградскую область, где они были. Побережье Черного моря тоже уже объездили. Они говорят: мам, ну уже неинтересно, надо выходных побольше, а ты тут со своей работой, с одной, со второй, с третьей. Работа в бассейне с детьми – это работа по душе. Все-таки детки – это, я не знаю, это наше все, да? Мои дети уже выросли. Но так как хочется еще и вложить в душу что-то, передать хорошее, бассейн. В бассейне занимаюсь с детками, но не только с маленькими, да, вот с обычными, еще есть такие особятки. Занимаюсь гидрореабилитацией. Это как бы работа по душе. Мое хобби музей вы тоже уже знаете. Ну и должен быть основной доход, но все же и хобби содержать. В ночь ездил на доставке. Развожу людям вкусняшки.